сейчас я просто наслаждаюсь тем временем, что мне не нужно тратить очень много времени. Я его трачу, конечно, но без такого усердия, как я тратила. Сейчас это у меня занимает очень мало времени. Я уже поняла всю систему, как с этим справляться. Буквально 2 года назад я пришла к человеку, который совершенно ничего не понимал в сетевом, и мне было сложно все понять. Особенно алгоритмы соцсетей. И вообще, как подавать контент? Какой, что, как привлекать? И сейчас, я считаю, знаете, самое благодатное время прихода в сетевое. Знаете почему? Потому что вот буквально 2 года назад нужно было прямо из своего блога, со своего канала кричать криком «Купи, купи у меня!». А сейчас... По закону о рекламе говорить, кричать нехорошо, нативно предлагаю купить. И это работает лучше. И мне самой от этого комфортнее. Девочки, кто думает, что закон о рекламе ухудшил наше положение? Нет, девочки, он ухудшил. 100%. Кто думает, приходить или не приходить, приходит. Будем работать. Жду вас.